Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Жизнь на стройплощадке. Переселенцы из ветхого фонда уже несколько месяцев ждут, когда их новый дом отремонтируют. Использовать бабье лето по максимуму. На полях республики завершается уборка второго хлеба. Молоды, активны, богаты идеями, чувашские студенты приступили к реализации грантовых проектов. Установившаяся теплая погода на руку сельчанам. В районах республики продолжается уборка урожая, картофеля и овощей. Наша съемочная группа побывала на полях хозяйства Мураты Вурнарского района. В хозяйстве Мураты картофель в этом году посадили на площади 160 гектаров. На сегодня осталось убрать 35 гектаров. Сейчас в поле с раннего утра и до позднего вечера работают 3 комбайна. Осталось еще 3-4 дня поработать. И все, говорится. И потом начинаем реализацию картофеля. Урожайность картофеля в этом году радует сельхозтоваропроизводителей. Из гектара собирают больше 300 центнеров. Сейчас в хозяйстве все силы бросили на уборку, чтобы успеть до непогоды. На территории хозяйства Мурата, Вурнарского района, вот здесь техника полным ходом работает, ночное время. И мы надеемся, что этот пример будет, кажется, заразительным для всех хозяйств, где убирают картофель, что они использовали хорошие погодные условия, даже для уборки картофеля, даже на ночное время. Всего в республике, по данным, на 15 сентября убрано более 120 тысяч тонн картофеля с площади почти 6 тысяч гектаров. Лидеров традиционно Батревский и Комсомольский районы. Среди лучших по урожайности второго хлеба – Чебоксарский и Канашский районы. Кроме картофеля в республике продолжается уборка зерновых. На сегодняшний день мы убрали с площади 267 тысяч гектаров зерновые, зернобобовые культуры. Убрали, намолотили 548 тысяч тонн зерна в бункерном весе. На сегодняшний день закончили уборку зерновых культур на Ячинском, Батырском, Сумовских районах. Сейчас на Горню где-то не убрано, примерно остается около 10 тысяч гектаров. Мы надеемся, что при таких погодных условиях в течение 3-4 дней все зерновые культуры уберут с полей нашей республики. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Олег Якимов. Республика. Завершился подготовительный этап всероссийской сельскохозяйственной переписи. Регистраторы выбрали списки объектов переписи, которые будут обследованы в 2016 году. Почти 17 тысяч регистраторов, прошедших инструктаж, работали на территории городов и поселков, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, чтобы уточнить сведения по личным подсобным хозяйствам. Задача регистратора была также получение информации, на основе которой в дальнейшем будут сформированы категории сельскохозяйственных производителей в рамках Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Наличие земельного участка, его размер, поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец. Все это регистраторы выясняли у респондентов, занимающихся сельскохозяйственным производством. Итоговые списки по объектам переписи станут основой для расчета счетных и инструкторских участков по каждому муниципальному району. С 1 июля по 15 августа 2016 года пройдет всероссийская сельскохозяйственная перепись. А с 15 сентября по 15 ноября следующего года перепишут сельхозобъекты в отдаленных и труднодоступных территориях. Собранные в ходе переписи сведения помогут актуализировать сельскохозяйственную статистику страны и станут важным фактором формирования аграрной политики государства в целом, а также базой для принятия конкретных решений в области развития сельского хозяйства, как на региональном, так и муниципальном уровнях. В ближайшее время будут опубликованы окончательные итоги прошедшего дня голосования. Это касается выборов в Чебоксарское городское собрание, которое формировалось по смешанной системе. Считаю, что абсолютно и выборы главы объективные. Вот. Были очень сложные выборы, говорю. То есть всегда сложно совмещенные выборы, когда. И вот следующий год предстоит тоже непростой, когда будут выборы в Госсовет и в Госдуму. Вот любые совмещенные выборы, они сразу усложняют ситуацию, скажем так, накаляют обстановку. Иногда, может быть, излишне, но вот я считаю, что и то, что глава республики набрал такие проценты, глава города. Надо к любому выбору горожан относиться с уважением. В этом году ответственные выборы были, действительно, именно чисто народные выборы, дали право, возможность народу именно самим выбрать главу республики, также депутатов городского собрания, сельских поселений. Я думаю, народ
правильный выбор сделал. То, что начал, значит, команда Михайловича Игнатьева. А я думаю, они будут продолжать это в дальнейшем. То, что достигнут сегодня, они не будут останавливаться, будут работать дальше. Зная, что народ их выбрал, значит, мы выбрали. Итоги выборов, они, я думаю, радуют всех нас, жителей Чувашии. Потому что такая победа и столько процентов получить голосов нашего населения, это на самом деле достойно. Поэтому нам хотелось бы поздравить, прежде всего, нашего главу республики Михаила Васильевича Игнатьева с победой. И, конечно, пожелать, чтобы и в дальнейшем ему удавались такие дела, которые бы радовали жителей нашей республики. Минфин Чувашии предлагает внести изменения в закон о вопросах налогового регулирования, отнесенных к ведению субъектов Российской Федерации. Цель – привести республиканское законодательство в соответствие с федеральным и оптимизировать налоговые льготы. Проектом закона расширяют перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Речь идет о таких видах предпринимательства, как услуги общественного питания в заведениях без зала обслуживания посетителей, производство кожи и изделий из кожи, сбор и заготовка пищевых, лесных ресурсов и лекарственных растений, переводческие услуги, уход за больными и престарелыми. Всего список дополнен 16 позициями. Правительство также одобрило законопроект об установлении единой даты начала применения на территории Чувашской республики порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Сегодня у нас налогообложение происходит имущество физических лиц от оценки БТИ. Но так как у нас с 1 января 2013 года отсутствует уполномоченный орган, который производит оценку имущества, то те объекты, которые граждане, физические лица у нас приобретали с 1 марта 2013 года, стали выпадать из-под налогообложения, потому что у этого объекта стала отсутствовать соответствующая стоимость для налогообложения. И по нашим данным, на сегодняшний день 22 тысячи объектов фактически не облагаются, потому что отсутствует налогооблагаемая база. Введение данного закона, если это решение будет принято, то начнет действовать только с 1 января 2016 года, то есть налогообложение объектов от кадастровой стоимости будет происходить реально в 2017 году, по итогам за 2016 год. Согласно Налоговому кодексу России, первые 4 года с момента введения нового порядка исчисления налога являются переходными. Для них установлен особый порядок исчисления суммы налога с применением понижающих коэффициентов. Кроме того, при определении налоговой базы по налогу на имущество физических лиц предусмотрены налоговые вычеты. Ну, к примеру, я могу назвать, это на квартиру у нас предусмотрен налоговый вычет в размере 20 квадратов, у нас не будет облагаться, по жилым домам 50 квадратов, по комнатам 10 квадратов. То есть здесь даже можно подчеркнуть такую мысль, что, соответственно, дома, которые общей площадью менее 50 квадратов, они вообще не будут облагаться налогом в случае, если будет принято такое решение. В налоговых инспекциях Чувашии пройдут традиционные дни открытых дверей для налогоплательщиков по вопросам уплаты имущественных налогов за прошлый год. 18 и 19 сентября жители Чувашии смогут подать заявление об уточнении сведений по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам, указанным в пришедшем налоговом уведомлении. Налоговые инспекции будут работать с 8 утра до 8 вечера в пятницу и с 10 до 3 часов дня в субботу. Инспекторы проверят данные, на основании которых исчислен налог. В случае необходимости будет сформирован запрос об уточнении данных в регистрирующие или иные органы. Все желающие граждане могут прийти в налоговую инспекцию, где им подробно будет рассказано о том, кто и когда должен уплатить имущественные налоги, о том, какие ставки применяются и какие льготы в каждом конкретном муниципальном образовании. Кроме этого, все граждане смогут воспользоваться электронными сервисами, которые расположены на сайте Федеральной налоговой службы. То есть им будет предоставлена возможность зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Этот сервис позволяет гражданам получать налоговые уведомления в электронном виде, оплачивать налоги в режиме онлайн, также просматривать информацию об имеющемся у граждан имуществе, актуальную информацию, обращаться в налоговые органы в электронном виде, ну и много другое. Все восстановительные работы в доме номер 2 по улице Дементьева в микрорайоне Садовом жильцам обещали закончить к 15 сентября. Выполнил ли свои обещания застройщик, фирма «СУОР», сегодня проверяли совместно с Общественным народным фронтом и наши корреспонденты.
Жители этого дома – переселенцы из аварийного жилищного фонда. Каково же было их удивление, когда новое жилье оказалось не лучше старого. Дом сдан еще в конце апреля, а стройка до сих пор продолжается. Уже в третий раз реконструируют входные группы подъездов. И это далеко не единственная проблема в доме. Ходим опять по этим переходам, по пожарным. Там трещины. Там трескается прям сверху, снизу до верху. Я-то 10 июня еще переехала. Но трещины были, да, от стены. Ну, еще идет вода с песком. Почему это, я не знаю. Мы здесь были месяц тому назад. Было отмечено, что лифты в доме вообще не пущены в эксплуатацию. Сегодня мы видим, что кнопка лифта работает, но лифт пока что-то не приехал. Вот. Если лифты включены, это радует, потому что собственники с начала заселения уже оплачивают эту услугу. Фронтовики отметили, с прошлой их проверки изменений мало, разве что наконец дали горячую воду. Уже осень, скоро начнутся заморозки, а дом к отопительному сезону не готов. Открыты стояки отопления, которые проходят через продуваемые нежилые помещения. Жильцам на первом этаже еще предстоит столкнуться с зимними холодами. Однако застройщик не склонен драматизировать ситуацию. В доме конкретно трещин никаких нет. Кроме того, что мы после провели еще одну независимую экспертизу, этот дом абсолютно пригоден для жизни. Трещины какие-то небольшие, они могут быть. Это чисто идет усадка дома. Жители дома более 4 месяцев живут в режиме стройки. Под их окнами работает тяжелая техника, экскаваторы, при этом нет ограждений и предупредительных знаков. Сопредседатель Народного фронта Чувашии Виктор Горбунов оставлять ситуацию висеть в воздухе намерен. Поэтому я хотел бы обратиться в первую очередь к правоохранительным органам, не в последнюю очередь к органам прокуратуры. Значит, здесь есть большой план работы для этих органов. Мы сделаем соответствующее обращение. И я думаю, значит, прокуратура здесь будет проводить определенную работу. Дата окончания строительных работ по благоустройству территории теперь перенеслась на конец месяца. Жители дома с нетерпением ждут, когда же они смогут заходить в дом через парадный вход, гулять с детьми во дворе и просто наслаждаться спокойным отдыхом после работы. Екатерина Куприна, Александр Петров, Республика. В Роспотребнадзоре прошло селекторное совещание с представителями органов власти субъектов Российской Федерации. Темой совещания стала летняя оздоровительная кампания 2015 года. Этим летом в Чувашии функционировало более чем 800 организаций отдыха и оздоровления детей. Особенностью оздоровительной кампании 2015 года стало открытие в первую и четвертую смену специализированных лагерей, где отдохнули около 3000 детей школьного возраста. Всего за это лето всеми формами отдыха было охвачено 78 тысяч детей и 6500 трудоустроенных. Традиционно увеличился охват и тех, кто находился в трудной жизненной ситуации, более чем на 5% по сравнению с 2014 годом. Также в летних или пришкольных лагерях, досуговых центрах и кружках побывали 42 тысячи детей из малообеспеченных семей и оставшихся без попечения родителей. Стоит отметить, что более 150 воспитанников чувашских детских домов в этом году отдохнули на базе летних лагерей в Крыму. Молоды, активны и богаты идеями. Все они победители межрегиональных и всероссийских форумов. За лето чувашские студенты защитили грантовые проекты на сумму более 1,5 миллиона рублей. Обсудить итоги молодежных форумов в Чувашию приехала представитель Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» Юлия Исмагилова. Каждое лето студенты как Чувашии, так и всей России участвуют в различных молодежных форумах. Как отмечают и сами участники, и организаторы, повышается не только уровень проведения мероприятий, но и качество проектов, представленных на них. В этом году грантовую поддержку получили разработки представителей Чувашии в сфере предпринимательства, инноваций, медицины, образования и культуры. Многие из ребят посетили не один форум. Студент Чувашского государственного университета Алексей Пантелеймонов побывал на 3 молодежных площадках различного уровня. В Ульяновске на международном юридическом форуме «Юрволга» успешно защитил проект «Юридический квест». Форум – это прежде всего, наверное, веселая атмосфера общения с коллегами. Я выиграл грант
с проектом «Юридический квест», который направлен на вовлечение студентов-юристов и будущих выпускников школ на профориентационную работу и познание органов государственной власти и местного самоуправления. Проекты защищены. Теперь все ребята приступают к их реализации. Площадками проведения станут библиотеки города, школы, средние и высшие учебные заведения. Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» Юлия Исмагилова впервые приехала на встречу с активистами республики и дала высокую оценку их работе. Форумный сезон прошел замечательно, оценим его просто на оценку отлично. Молодежная политика развита на высочайшем уровне. Я считаю, что и регионам другим субъектам федерации нужно брать пример с вашей республики. Я вами горжусь, вот, я курирую Приволжский федерал по молодежной политике, поэтому мне есть чем сравнивать и на уровне Приволжского округа, и на уровне Российской Федерации. Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах уничтожили игровые автоматы и компьютеры, изъятые у организаторов игорного бизнеса. Видеоматериал предоставлен нашими коллегами из пресс-службы МВД. Приговорены к уничтожению. 6 игровых автоматов и 100 единиц компьютеров, изъятых у организаторов игорного бизнеса, попали под пресс по решению суда. Приговор привели в исполнение на территории одной из промышленных баз по Вурнарскому шоссе в Чебоксарах. Кстати, чаще всего подпольные казино и клубы выявляются именно в столице республики. Сотрудниками МВД по Чувашской республике выявлено 10 фактов незаконной организации проведения азартных игр. Из них на территории города Чебоксары 5 фактов, Канаша – 3 факта, Батрево – 1 факт, поселка Кугеси – 1 факт. Только в этом году полицейские изъяли около 800 единиц игрового оборудования, в том числе свыше 600 игровых автоматов, 100 компьютеров и 12 покерных столов. Недавно сотрудники Управления экономической безопасности выявили целую сеть незаконных игровых заведений в Чувашии. Трое местных жителей организовали 4 клуба для проведения азартных игр. В отношении них возбуждено уголовное дело. 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Такой приговор Ядринский районный суд Чувашской республики вынес уроженцам Шумерли Дмитрию Корнилову и Дамиру Гафурову. Их обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств. 12 граммов героина Дмитрий Корнилов приобрел в Москве у неустановленного лица за деньги, полученные им от Дамира Гафурова. Наркотическое средство он поместил в специально оборудованный для транспортировки тайник, сделанный во флаконе из-под шампуня. Водителя одного из рейсовых автобусов «Москва-Чебоксары» Корнилов попросил за денежное вознаграждение доставить в Чувашию посылку, в которой, среди прочего, находился контейнер с наркотическим средством. Напарник Корнилова Дамир Гафуров был задержан сотрудниками УФСБ при получении посылки. Финский актер Вилли Хаапасала знаком телезрителям по фильмам «Кукушка», «Особенности национальной охоты», «Любовь в большом городе» и сериалу «Диверсант». Но кроме этого, он режиссер документального кино. Сейчас он снимает ленту «30 дней на Волге». Как встретили финна на чувашской земле, узнали наши корреспонденты. 43-летний актер решил сменить амплуа и попробовать себя в роли путешественника-исследователя. «30 дней по Волге» – четвертый фильм о России для финского телевидения. Вилли уже побывал на берегах Северного Ледовитого океана, прошел Великий Шелковый путь и промчался на поезде от Москвы до Владивостока. Республику Вилли посетил для изучения традиций древних чуваш. Встречу актера организовали члены Чувашского национального конгресса. Вилли показали народные костюмы и пригласили поучаствовать в обряде чук. Суть обряда – выразить благодарность богам за хороший урожай и попросить о дальнейшем лучшем. После обряда финский актер попробовал национальную кухню и выучил пару чувашских слов. Как говорит Вилли Хаапасала, среди жителей Финляндии бытует множество стереотипов о России и ее жителях, не всегда лестных, что огорчает русско-финского актера. В сентябре выходит с каникул не только школьники, студенты, но и творческие коллективы. О планах театров Чувашии на новый сезон Ольга Пырочкина. Еще в прошлом сезоне русский драмтеатр сошел с протаренной дорожки классики. В репертуаре появились новые необычные постановки, которые чебоксарский зритель еще не видел. В этом году курс сохранится. У нас такие спектакли появились, как «Орфея Вредика». У нас появился такой спектакль, считаю, что очень неплохой спектакль, это «Безымянная звезда». И сейчас готовится к постановке, вот 30 числа будет премьера, это автор Дарья Фо. Спектакль будет называться «Блондинка». Мне кажется, тоже очень любопытный спектакль будет, сделанный совершенно в новом ключе, там огромная работа балетмейстера.
Один из самых старых театров республики, Чувашский драматический, откроет уже 98-й сезон. На его сцене, наоборот, будет много классики. А начнут пьесы Константин Иванов. Премьера 22 сентября. Мы приготовили фестиваль чувашских пьес, чувашская классика и современность. А осенью, в ноябре, будет новый фестиваль, тоже посвященный году литературы, называется будет «Русские и зарубежные классики на сцене Чувашского театра». Будут спектакли по пьесам Александра Сергеевича Пушкина, Мольера, Александра Островского. О том, что хлеб не растет сразу буханками на полках магазинов, малышам расскажут в театре юного зрителя. Спектакли у нас на русском и на чувашском. Впервые мы поставили за 20 лет, по-моему, на чувашском спектакль для малышей. Называется «Ванюк Эжехангать» или по-русски «Ванюшкины каникулы». Ваня едет на каникулы в деревню, там у него кугамай, который кормит его настоящей натуральной пищей, натуральными продуктами, а он привык уже все городским магазинной пище. Он даже представляет, что молоко растет в магазине. В театре оперы и балета зрителям предложат любовный напиток. Это комическая опера «Доницетти». Премьера запланирована на вторую неделю ноября. В общем, зрителю есть из чего выбрать. Правда, до этого необходимо решить, остаться дома у телевизора и компьютера или, наконец, посмотреть живую игру актеров. Ольга Пырочкина, Алена Алтухова, Расиль Мухаметов. Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.